Как вы думаете, почему так опасен на дороге водитель, превышающий скорость? Ну, кому и чем он угрожает? Угрожает пешеходам и всем участникам движения. Спешка, невнимательность, отсутствие банальной культуры поведения на дороге. Такие причины ДТП чаще всего называют участники движения, отвечая на вопросы наших небольших социсследований. Из-за чего чаще всего водители превышают скорость? Торопится на остановке. И большая часть всех происшествий приходится на непогоду в любое время года. ГИБДД призывает водителей правильно выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, учитывая состояние проезжей части, скользкую поверхность, осадки, туман, время суток. На мокрой дороге и во время гололедицы тормозной путь автомобиля увеличивается. Самое частое нарушение ПДД, по данным Альметьевской госавтоинспекции, непристегнутый ремень безопасности. Счет по ним даже до подведения годовой статистики приближается к десяткам тысяч. А не такое, в сравнении с лидером подборки, частое правонарушение, как выезд на встречную полосу, самая частая причина гибели. И несоблюдение скоростного лимита в таких случаях прибавляется к нарушениям правил обгона. К началу Нового года Альметьевский район подошел со статистикой в 121 дорожно-транспортное происшествие. В них погибло 18 человек и 147 получили ранения. Госавтоинспекция напоминает, только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения может обеспечить необходимый уровень безопасности на дорогах. А наступивший год уже успел отметиться 44 авариями, в которых 5 человек получили различные травмы. Но эти каникулы, в отличие от прошлогодних, обошлись без погибших. Первую неделю 2023 года Альметьевск закрыл с общим количеством ДТП в 39, с двумя погибшими и 6 ранеными.